Ну, финальный этап конкурса Retro Prince 2013 продолжается, и мы продолжаем слушать лучшие хиты 70-х, 80-х и 90-х на сцене ДК Сиба Энерговаш. Итак, название групп Форум и Электроклуб, я думаю, говорят о многом для героев тех самых дискотек 80-х. Виктор Салтыков — это один из солистов тех самых групп, который писал настоящие хиты для них. Сегодня версию песни Виктора Салтыкова «Белая ночь» для нас подготовила финалистка Анастасия Ладыгина, 24 года. Настя работает в салоне «Монпризир» города Барнаула. Итак, встречайте, Анастасия Ладыгина, «Белая ночь». Поклонники наших финалистов. Как это приятно и прекрасно.